всех приветствовать на канале. Саня Сумской, как всегда, по возможности на связи. Подъехало очередное коротенькое видео. Сейчас подъехал вот на объект. Второй день сегодня. Тут снимаю обои. Да? В хате никого нету. Хата тут такая подгулявшая. Все в плесени, сырость. Не знаю, как тут будут люди жить. Ну, в общем, обои снимаю. Давайте чуть покажу, чем тут занимаемся. Точнее, занимаюсь. Такой, в общем, объект здесь. Видим, все старое. Еще до советских времен, да? Давно уже тут никого не было. Стены все сырые. Холодильник можете посмотреть, как тут все обделано плесенью, паутинами и всем подряд. Даже вот подходишь к этой стене, такой запах сразу, знаете, плесени, сырости. Ой, это, блин, кошмар британских домов, да? Эти черные пятна. Так, в общем, что, приехал, обдираю обои. Обои очень тяжело тут идут. Надо пароварка какая-то, а ее нету. Поэтому приняли решение, как выходит, так пока и делаем, да? Видите, здесь вот белые, не белые, а желтые, вам может отсвечивать, желтые обои. И они воду отталкивают, да, то есть невозможно сразу их намочить. Надо сначала слой снять первый желтый, и потом штука уже, вот бумага появляется, которую надо мочить будет, чуть покиснет, и потом уже драить, да. Короче, по чуть-чуть тут занимаюсь. Вот вчера суетился тут понемногу. Видите, дома старые, тут уже вместе с обоями шпаклевка идет. Ну, ничего не поделать, да, будут тут потом мастера мастерить. Короче, такой вот объект. Сегодня здесь буду заниматься, тут то же самое. Сразу обои не отклеишь, то есть двумя разами пароварки нету. Поэтому сначала белый слой снимается, потом на бумагу водой. И дальше. Вид с окна. Сад. Так что, ребята, такой вот объект. Решил показать, чем тут пару деньков буду заниматься. Ну что, ребят, смотрите, снимаю вот обои старые со стены. Видите, что тут происходит под обоями, да? Сколько плесени. Это просто жуть. Представьте, люди тут жили, даже не подозревали о том, что здесь столько плесени. Потому что по запаху сразу слышно, да? Когда заходишь в эту комнату, что здесь сырость конкретная. Ну и закончим это видео тем, что когда-то я тоже в Лондоне приезжал на объект по съемке обоев. И работодателю сказал... Говорю, это мы сейчас обои снимем, потом там мазуны будут, типа, мазать стены. А он говорит, не, Саня, говорит, мазуны-то, говорит, в сумах, а тут это пластыри, да? Так что вот так вот, банда. На этом видео завершается. Всем, как всегда, спасибо за внимание. До связи в новых видео. Пока-пока.